5 октября в Хасанской ЦРБ состоялось торжественное мероприятие, посвященное новому всероссийскому празднику – Дню беременных. В этот день принято проявлять особое внимание и заботу о мамочках, вынашивающих малыша. А поскольку беременность длится 9 месяцев, принято решение отмечать его два раза в год – 7 октября и 7 апреля, чтобы все женщины во время беременности могли стать частью этого праздника. И сегодня в нашей женской консультации мы решили побаловать наших девочек вниманием, подарками и небольшими конкурсами в виде, как женщины видят себя в будущем в роли мамы. Будущие мамы нарисовали рисунки, на которых изобразили самое ценное и дорогое – своих будущих детей. А врачи, которые каждый день помогают малышам появляться на свет, подарили женщинам приятные подарки и организовали аквагрим. Холстом для красок стал животик. В нашей женской консультации, да, действительно, он отмечается впервые, и мы дальше будем продолжать эту традицию. Я считаю, что период беременности – это самый волшебный период, это самый важный период в жизни каждой женщины. Беременность – это прекрасное время ожидания появления на свет самого большого счастья. Пусть это время будет наполнено искренней радостью и светлыми эмоциями, добрыми мгновениями волшебства и верной поддержкой близких людей. С праздником, будущие мамочки! Виктория Беляева, Владислав Евдокимов. Новости Славянки.